17 пьяных автомобилистов выявили полицейские за 4 дня. Все они подвергнуты административному аресту и будут лишены права управления на срок от 7 до 9 лет. Также в рамках операции пьяные водители зарегистрировали почти 1300 грубых нарушений правил дорожного движения. Среди них 75 фактов превышения скорости, 2 выезда на встречную полосу, 22 случая, когда водители не предоставили преимущество в движении пешеходам. 99 водителей понесли ответственность за телефонные разговоры при управлении транспортом. 145 – за пренебрежение ремнями безопасности.